Здравствуйте, зрители Тарантовки! Торжественное открытие панамериканских олимпийских игр 2015 состоялось в пятницу вечером, дав старт 16-дневным спортивным соревнованиям. Около 45 тысяч зрителей заполнили трибуны Роджерс-центра в Торонто, чтобы воочию увидеть трюк олимпийского золотого медалиста Донована Бейли, нарушающий все законы гравитации. Спустившись из-под купола здания с горящим факелом, спортсмен передал эстафету 15-летней Фейт Закариас, спортсменке-дайверу из Канады. В представлении также приняли участие артисты цирка «Дю Солей», выдающиеся канадские спортсмены и общественные деятели Бобби Орр, Рик Хэнсон, Катриона Лемейдоан и астронавт Крис Хэтфилд. Для тех, кому не удалось попасть на стадион, на площади Нейтан Филлипс Сквер проходила прямая трансляция торжественного мероприятия. Кроме того, зрители смогли оценить все великолепие светодиодного знака Торонто, который был установлен перед мэрией по случаю Олимпиады. По окончании церемонии открытия панамериканских игр зрители стали свидетелями потрясающего фейерверка, запущенного со смотровой площадки CN Tower. В соревнованиях принимают участие более 10 тысяч спортсменов из 41 страны. Панам Геймс – крупнейшее спортивное мероприятие, которое когда-либо проходило в Канаде. Побывали на открытии панамериканских игр Ольга Рудина и Никита Овсянников специально для tarantovka.com.